Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Амина. Я сегодня сидела и подумала, что у меня поменялся режим сна. Я просыпаюсь по утрам по-разному и утром после сна не пью воды. Не читаю книги, это очень плохо. Уже до школы осталось чуть-чуть, надо готовиться вставать рано. Мне нужно составить трекер привычки. Давайте вместе со мной составим привычки. Вот, мне нужны вот такие вот декоративные скотчи. Наклейки, еще наклейки, и давайте начинаем. Сначала я составлю трекер сна. Мне нужно по утрам вставать всегда 5 часов. Напишите комментарии, вы во сколько просыпаетесь по утрам. Вот видите, я уже не оформляла после февраля. Давайте вместе оформлять ежедневник. Начинаем. Вот, я в Пинтересте посмотрела много идей. Вот, давайте начинать. Я когда записывала слово ранее, я тут забыла букву N. И когда я записывала слово подъем, я забыла твердый знак. Мы все ошибаемся, не у всех получается с первого раза написать красиво и аккуратно без ошибок. Я не хотела переделать эту страницу, потому что я, смотря на эту страницу, буду помнить, что не все слово можно написать одного раза красиво и без ошибок. Мы все ошибаемся. Я сейчас составляю таблицу, когда я буду вставать утром в 5 часов. Буду поставить галку, отмечать галку. Если не буду вставать, то X поставлю. Я постараюсь по утрам вставать в 5 часов. Утром обязательно 5 часов. И сюда я одну наклейку наклею, потому что без наклеек тоже красиво. Теперь я буду оформлять трекер привычки на воды. Я когда утром встаю, я не пью обычно воды, но мне нужно пить 1 стакан воды по утрам. Я слово «вода» пишу, вот оформляю серым цветом. Вот так вот у нас получилось, и я сюда добавлю вот такие вот наклейки. Все. Я сейчас буду трекер книг писать, которые бы я бы хотела прочитать. Напишите в комментарии, какую бы книгу мне прочитать бы. Я слово «книга» пишу фиолетовым брашпеном, и с черной ручкой буду вот так обводить. Мне нужно прочитать 6 книг, я их название не буду писать сюда. Я потом после этого ролика сама сюда напишу свои книги. И все, я сюда буду теперь 2 наклеек наклеивать. Одна с вот такой вот, а вторая с бабочкой. Последний разворот, я сюда буду писать покупки, что мне нужно купить.
Я всегда пишу свои покупки в телефон или в блокнот, потому что, смотря на них, я буду помнить, что мне нужно купить их. Я слово «покупки» переборщила, вот так вот у меня получилось. Вот так вот у меня получилось, очень красиво и миленько. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео, не забудьте подписаться, всем пока!